Всем привет, друзья! С вами Тим OnePoint и Всем привет, друзья! С вами Тим OnePoint и добро пожаловать на пятую часть прохождения LEGO Speed Champions, друзья, для Forza Horizon 4. И мы в предыдущей серии выиграли вот этот вот McLaren Senna в LEGO исполнении. Если вам хочется посмотреть, как я это сделал, то обязательно переходите по подсказке вот здесь вот сверху. Ну а мы продолжаем проходить историю Horizon, шоу для скептиков. Это, если вы помните, тут нужно выполнять различные главы. И все стараться нужно выполнять на 3 звезды. У нас тут осталось всего лишь 4 задания. Мы сейчас их быстренько допройдем и поедем дальше в гоночке. 9-й вал называется следующая глава. Послушайте, вот это вот комментарий от фаната британского фестиваля. Какая разница, фальшивка это долина Horizon LEGO или нет? Она крута. Я вот люблю строить из LEGO декорации к знаменитым фильмам. Любопытно, мне кажется, мы можем улучшить результат. LEGO Speed Champions кино. Один на один. Один в один. Может, ограбление по-итальянски? Ну, понятно. Мини-купер сразу ограбление по-итальянски. Ладно, полетели. Спешите к цели. Приезжайте Куб Честер, там есть водосток специально для вас. Ага. Ну, я надеюсь, тут срезать-то можно. Да, срезать можно. Ну все, поехали опять же по нашему стратегическому маршруту, по которому я езжу каждый раз. Будем надеяться, что в этот раз я не перевернусь. Пожелайте мне удачи. Ух ты ж. Вот это было стрёмно. Машина нормально так разваливается от моих вот этих диких полетов. Объезжаем камни. Не разбиваем машину заранее. Так, вот тут у нас есть вот этот вот трамплин. Он нас, кстати, ведет сразу в Куб Честер, поскольку я помню. Главное сейчас правильно пролететь туда. Ой-ой-ой, главное не в дерево. Главное не в дерево. Черт, вода, дерево. Отлично. Все вообще шикарно. Так, нам бы теперь вот это все дело объехать. А, можно было прям по прямой было ехать. Так, минута 06. Две звезды за минуту 06 дают. Черт, что-то я слишком долго ехал. Да черт. Блин, а что тут надо? В водосток прям приехать? Да капец. Одну звезду, блин, получил за это. Ой, ну что вы скажете, Лего-режиссеры, блин. Минута 13, одна звезда. Вот это я засрал все. А как нужно было ехать быстрее тогда? Сразу, что ли, на водосток? Нет, давайте повторим. Мне это не нравится. Полетели. Маршрут я вроде как выбрал. Блин, за 55 секунд доехать. Ну это прям нужно ехать как-то идеально, мне кажется. Так, вот тут вот. Прям максимально сосредоточенность сейчас. Просто максимальная, чтобы не перевернуться. Прыжок вот этот нам нужен. Или нет? Нет, блин! Фу! Повезло. Так, прыжок. Так, блин, по-моему, я слишком в барханы эти уехал. Так, вот он. Вот он наш прыжок. Я так понимаю, нужно сразу в канал спрыгивать. Давайте тогда делаем трамплин. Не-не-не-не-не, не переворачивайся, не переворачивайся. Так, вода. Вода, 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 вода. Блин, очень сильно колдырит ее вода. Не-не-не, тут нереально на 3 звезды проехать. Реально. Ну вот смотрите, по воде едешь, его туда-сюда носит. Ну ладно, хотя бы на 2 звезды мы сделали, ладно. Не буду уж сильно я тут заморачиваться. Да, 58 секунд. Вот 3 секундочки, вот и все. И было бы 3 звезды. Ну ладно, это надо вот маршрут прям выбирать так, чтобы ты не прыгал, ничего не скакал. Ну а вы сами понимаете, что это сложно. Так что окей. И с первого, и со второго раза, наверное, здесь сложновато это все дело проехать. Не будем заморачиваться, погнали в следующую главу. Долине Horizon LEGO сейчас много поклонников британского фестиваля, но наша пиар-компания еще не закончена. Если они не поверили своим глазам, что же они скажут, когда увидят, как подлетает воздух гоночный болид Speed Champions? Окей, нам нужно опять, наверное, доехать до трамплина, да? Вот опять то же самое, да? Спешите к знаку опасно. Ну хорошо, хорошо. Одна звезда, нам 100 метров за это дают. Я, в принципе, понял, какой знак опасно. Давайте попробуем сейчас не срезать дорогу. Может быть, нам это даже поможет. Сейчас посмотрим, можно ли тут, не срезая, доехать нормально. По времени. Блин, ну и в 40, кстати, блин. Прет нормально. Так, 2 километра осталось. Так. Вот тут нужно будет объехать только вот это вот здание.
Немножко тормаживаемся. Да-да-да-да-да-да, полетели, полетели. Да-да-да, хорошее, хорошее место, да. Классное, классное. Так, разгоняемся. Ну, здесь, я не знаю, стоит тормозить. А, нет, даже не надо тормозить. Так, и где-то вот здесь у нас трамплин. А, вот он, вижу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Начало колдырить. Но мне нужно пролететь 100 метров. Ох, ё-моё. Фу. Мы пролетели 296 метров. Офигеть вообще. Три звезды, надеюсь, будет. 296 метров. Я думал, я просто в голову этой мини-фигурки огромной статуи улечу. Да, три звезды есть. Капец, это было эпично. Это реально было эпично. Просто если бы мы врезались в голову этой мини-фигурки, то это все, это была бы печаль. И нужно было как минимум отматывать эту попытку и делать ее заново. Первое дело долины, пора доставать крупный калибр. Я подогнал вам спид-чемпион Сена, и у меня есть на примете маршрут, идущий прямо через долину. Теперь дело только за полномасштабным водителем. У тех, кто сомневается, самая частая претензия к скорости. Они говорят, что то, что мы делаем в полномасштабной лего-машине, невозможно. Покажите им, насколько они неправы. Ну окей, погнали. Блин, ночь еще. Шикарная техника скорость, примассируйте ее не менее 5 раз и доберитесь до места назначения. Окей, здесь, я понимаю, нужно все-таки не срезать тогда. Мне кажется, у нас шикарная техника, скорость тогда выполнится быстрее. Поэтому будем ехать спокойно себе по шоссе и набирать эту технику. Единственное, вот я не знаю, машины трафика будут или нет. Если они, конечно, будут, то можно их случайно поймать на такой бешеной скорости. Так. Ну, пока вроде ок, все. Уже 3 выполнил. Единственное, я не посмотрел, сколько их нужно выполнить для 3 звезд. Отлично. Выполнили. Так, ну ладно, нам нужно хотя бы 2 звезды. Что-то там Lego Nexo Knights было? Я не успел прочитать, что про Lego Nexo Knights было. Ладно, 8. Тут, короче, я так понимаю, тормозить вообще не надо на этой машине. Нужно стараться держаться без тормоза. 10 есть. Так, 13 есть у нас будет. У нас будет тогда 3 звезды. Так, отлично. Я думаю, мы это сможем сделать. 11 уже есть. Не тормозим. Уже осталось еще 12. Не тормозим. Ни в какую. 13 есть. Круто. Здесь нужно тормозить? И здесь даже выдержали. Шикардос. Просто шикардос. И приезжаем спокойно на финиш. Не, ну а все-таки легкое. Вот получается вот то задание, только вот с этим вот каналом водным. Оно такое сложноватенькое получается. Там нужно аккуратненько вот так по кромке ехать, вот этой, где не вода, чтобы успеть приехать. Ну еще плюс нужно по барханам проехать аккуратно, чтобы все было окей. Хотя, может быть, можно спокойно успеть, проехав, не срезая дорогу. Ну, опять же, это все эксперименты. Как-нибудь, может быть, на стримчике я это все попробую. Ну а пока что я рад, что у нас все проходится вообще без проблем. На 3 звезды. Круто! Это последняя глава в этой истории. Называется «Фантастическая поездка». Вот вы где, я вас везде ищу. Наш пиар-трюк удался. Болельщики теперь толпами идут в долину Лего с британского Horizon. И все благодаря вам. Теперь у меня для вас еще одно задание. Победный круг. Победный круг? Прокатимся по долине. Тут перед вами весь гараж Speed Champions. Сядьте сперва в F40. Неплохо. Ну ладно, поехали. Пишите к цели, 2 минуты. Я так понимаю, это будет долго, да? Ну ладно, поехали. Почему ночью-то? Не совсем это все понятно. Типа антураж, что ли? Или что? Ну, зачем так срезать было, непонятно. Ну ладно. Все, мы отсюда выезжаем теперь, да? Я так понимаю, мы сейчас проедемся на всех 3 машинах, которые есть. Но мне очень хочется узнать, какой здесь раритет есть. Потому что тут у нас присутствует раритет. Но когда он откроется, пока что непонятно. Поэтому я всеми силами сейчас вот хочу быстрее пройти это дополнение, чтобы просто увидеть, какой раритет тут. Определенно это должно быть что-то интересное. Прям вот определенно. Так, главное не сыпануть мини-купер. Давай F40, давай!
Вот это я понимаю, она как пуси едет. Ой, чуть мини-купер не врезались. Ну, они, наверное, специально и сделали ночью, чтобы ты это... В мини-купер врезался. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Очень плохо зашел этот поворот. Вон, вижу, едет опять мини-купер. Едет, причем на повороте. Ну, ладно. Это не так страшно, когда на повороте, потому что ты так и так тормозишь. Ах, приехал. Так, что сейчас будет? Видите, без обмана, без моделек, самый настоящий водитель. Угу. И что, все? Или, нет. Я вот не знаю, как вы думаете, они поверили? А, вы видите лучше Лего Мини? Выводите? Вы? Что за странное изречение? Ну ладно, поехали. Так, спешите к цели. А вот тут вот можно мне отклоняться от маршрута, а? Как вы думаете? Если я вот так поеду. Да, от маршрута можно отклоняться, отлично. 4,7 километра. Стоит мне через поля ехать или нет? Как вы думаете? Давайте поедем. А так и так получится, что я не особо срезаю. Вон, опять на дорогу. Ой. Вот это было не очень. Так. И что здесь? Куды? Куды? А, там прямо надо. Ну да, тут особо не посрезаешь дорогу. Ну, можно просто посрезать вот эти вот резкие повороты. Типа... Вот, вот так вот их объезжать. Оп, и на дорогу выехали. Точнее, не совсем на дорогу, на бездорожье больше, наверное. Чем на дорогу. Тихо. Вот тут можно время прям сократить очень хорошо. Только через деревья, блин. Так, объезжаем. Черт, поймал все-таки дерево, блин, ни хрена не видно было. Но зато не за 2 минуты 30 секунд, а поменьше. Ну что же, британский Horizon, вы думаете, такое можно сымитировать? Ну, я не знаю. Блин, странные, конечно, все-таки фразы, очень странные фразы. И, наконец, LEGO Speed Champions McLaren Senna. Поверь, Horizon, она настоящая. Ну, на самом деле видно, да, что она настоящая. Кстати, было бы прикольно, если бы они реально каркас из Лего прихерачили на McLaren Senna настоящий. Ох, было бы пушечно. Тут аж 8 километров нужно проехать. Ну, давайте по приколу проедем так. Чего бы и нет. Если нам говорят, что можно ехать как угодно. Поехали как угодно. Минус. Главное, деревья вот эти все сраные, блин, объехать. Потому что деревца это печалька. Тихо. Вот там вот барханы, когда начнутся, я буду страдать. Так. Пока что все окей. Да, вот они. Летим. Ой. Изменение должно быть более-менее. Отлично. Пока что все окей. Выезжаем, может, на дорогу. Да, поехали на дорогу. Чтобы Макларен ехал по полу. Так, а тут за 2 минуты, оказывается, надо доехать. Нифига себе. То есть они подразумевают, видимо, чтобы я срезал. Ну ладно, я тоже поеду по дороге. Может быть, мы эти 4 километра сможем нормально там за секунд 30 проехать. Хотя, вряд ли. Давай, топи. Вот тут можно срезать. Или нет? Или я это зря сделал? Или все-таки нет? Или зря? Или нет? Или зря? И... Воу! Тихо. Отлично. Очень хитро. И мы приехали. Есть. Минута 32. Сколько это звезд? 3 звезды. Неплохо. Не, ну вы сами видите, все-таки какие-то реально легкие задания. Прям, ну, максимально несложные. Итак, Wheelspin. Что нам дадут? И... 100 тысяч кредитов. Блин, а ведь в одном вилспине мне выпал целый миллион, и я так этому был счастлив. Выпадал бы этот миллион почаще, было бы круто, но, к сожалению, нет. Так, что у нас там остается? Нам нужно еще 85 кубиков собрать. Для этих 85 кубиков, я думаю, можно взять и проехаться по какому-нибудь еще шоссейному фестивалю. Где у нас есть шоссейные гоночки? Вот, спринт, север-юг. Шоссейная серия. Давайте, погнали сюда. И сейчас мы на McLaren Senna там прокатимся.
Итак, машина, как вы помните, не прокачанная. Драйватары стоят на уровне эксперта. Поехали, посмотрим, что у нас будет. Но вот, блин, закапывается она, конечно, все-таки на старте, к сожалению. Но дальше нормально так противостоит всем соперникам. Ну, надеюсь, что будет все окей. Пока что я 5 из 12. Вот этот поворот, я не знаю, смысл есть оттормаживаться, блин. Ладно. Я думаю, мы их сейчас всех догоним. А может быть и не догоним. Да давай, 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 едь уже, едь, гребаный Кёнигсек. Давай, все, до свидания. Так, отлично, теперь я четвертый. Сейчас мы их начнем, Нобл, пока. Так, кто там такие шустрые вообще? Я вижу то, что Ламборгини, да, там, по-моему, на первом месте. Так, Нобл, тихо, тихо, тихо. Разгоняемся, разгоняемся, Сена, давай, покажи, как ты можешь. Тихо, тихо, тихо. Не совсем по траектории мы заезжаем в некоторые повороты, но будем стараться. Да смотрите, у них там битва даже происходит. Ну ничего, ничего, сейчас мы к ним вклинимся в эту битву. Будем меньше оттормаживаться. Черт, блин. Мои меньшие оттормаживания вообще к добру не приводят, я смотрю. Так. Да что ж ты будешь делать, очень широко. Очень широко, короче, даже против драйватаров уровня эксперт на этой машине тяжеловато. Я так понимаю, прокачивать ее нужно так и так. Хотя бы полный привод опять же поставить. Хотя, блин, может у нее стоит полный привод, да? Вроде бы не должно. Ну да, ну смотрите, тут уже вообще нереал, просто нереал. Они уезжают по этой прямой и все, и ничего не сделать. Эх, печалька, печалька. И в 40-то валило очень даже хорошо. Вы не поверите, но на этот McLaren Senna есть уже настройка от Дон Джейвен Сонга. Ну что, ставим? Почему бы и нет? Сейчас мы ее и проверим как раз. Будем надеяться, что в этой гонке хотя бы не подведет меня McLaren Senna из Лего. Стартует он уже уверенный. Но настройка от Дон Джейвен Сонга должна быть хороша. Вы все его прекрасно знаете. Так, так, так. Сейчас нужно обогнать Хеннесси и спокойно. Спокойненько догоняем Авентадор. Что здесь вообще происходит? Он, блин, своей жопой мне просто мешал вообще проехать. Так, вот здесь вот будет сейчас интересно. Оу. Да, на этих машинах, конечно, по такой трассе гонять — это не самая лучшая затея, я вам скажу. Тут явно нужно что-то помедленнее, потому что тут вот много всего происходит. А еще нужно 3 круга проехать. Охренеть. Так, ладно, погнали. Погнали, наверное, на 2-й круг. Да, вот это я понимаю трасса. В принципе, если машина будет категории D, здесь, наверное, будет весело ездить. Достаточно весело. Но на машинах категории S2 с индексом производительности 998 на всяких Макларенах, ну, кататься здесь такая себе затея. Очень приходится сильно гасить скорость. Оу, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Было очень мягкое приземление, как мне кажется. Так. Отлично. Здесь все вообще хорошо теперь. Так, давай, 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 давай. Давай, Макларен, давай. Так. Ну, мы, в принципе, уже вообще очень железобетонно держимся за вот это первое место здесь. Поэтому вроде как никто нас догнать уже и не должен. Так. Хорошо. Здесь оттормаживаемся. Теперь здесь держимся, 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 прыжочек. Главное никуда, чтобы тачку не унесло. Вот тут немножко сбиваем и спокойненько приезжаем на финиш. Вот это другое дело, а не то, что было до этого. Непонятная хренатень какая-то. Кольцевая трасса, виражи Куб Честера. Ну что, погнали. Тут, наверное, будет тоже круто, мне кажется. Да, я уже вижу то, что тут резкие повороты. Ну, тут надо сейчас сразу побольше народу обогнать в этом повороте. Теперь здесь. Первым едет Кёнигсек. Но Кёнигсеку, мне кажется, плохо в таких поворотах. Жмем, жмем, жмем. Блин, пипец у меня выпихнул. Ну ничего, сейчас мы догоним Кёнигсек. Блин, а этот Сена прям очень даже хорошо едет. Так, и спокойненько их объезжаем. Вот это я понимаю, маленькая трасса. Капец, какая маленькая. Поехали уже спокойно на 2-й круг. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, держимся. Ой, ё-моё, блин, капец. А, черт! Вот это было печально. Вот это было очень печально. Да, она такая
достаточно заковыристая в некоторых моментах. Вот, блин, тут если врежешься, то это все, это печаль. Это просто печаль. Так, уезжаем, уезжаем. Блин, а та трасса была даже немножко посложнее, но тут вот какие-то барьеры вот эти вот, которые стоят вдоль дороги, они стрёмные, потому что если в них едешь, то, сами видите, машина может просто намертво застрять из-за того, что у них есть промежутки между друг другом, между вот этими вот барьерами. Въезжаешь в этот промежуток, все, машина намертво. И это печально. Так, тормаживаемся. Тут еще вот этот вот пригорочек, который реально мешался. Сцепление колес теряется, когда ты подлетаешь. Это как бы логично. И... Давай, давай, Макларен. Это было тяжело. Это реально было тяжело именно с трассой справиться, но все-таки приехали первые на финиш. Капец, просто капец. Подтверждаю, кубиков достаточно. Центр управления Лего дал добро на строительство. Да, у нас центр управления Лего. Не спрашивайте. Вернитесь домой и срудите футбольное поле. Ну что же, я думаю, то, что вполне себе можно взять... Спокойненько сейчас доехать домой и сооружать себе футбольное поле возле своего дома, друзья. Вот это будет круто. Полетели. Ох уж этот Макларен. У нас тут чуть-чуть остается. Что там, 800 метров всего? Ну, изи. Давайте сделаем вот так вот. Немножко комбайн собьем. Так. Ой, что-то я куда-то не туда поехал. Блин. Ну, я молодец. Так. Дождик еще, блин, машина. Больше ее колдырит туда-сюда. Так, ну что, приехали. Позбиваем все нафиг. И строить. Что будет? Футбольное поле. Блин, нафига оно мне вообще, конечно, нужно? Не все же любят футбол. Почему там баскетбольное поле нельзя построить было? Нормально, футбольное поле, да? Воротину скинул. Молодец. И мячик. Мячик причем обычный. Я так понимаю. Хотя... Доступны новые испытания с кубиками. Неземные растения разблокированы. Окей. Мутация фауны мира Лего. Там появились зараженные растения. Их тоже нужно раздавить. Но они появляются только под дождем. Да, погода отличная. Я в панике. Помогите. Понятно. Короче, здесь коллектаблс очень много. Очень много всего нужно собирать. Готовы сделать себе бассейн и кабинку из Лего? Да серьезно. Запасайтесь кубиками, не забудьте, вам не надо делать вид, что вы плаваете. Вы не фигурка. Ага, понятно. Круто, да, шуточки. Но фишка в том, то, что да, разрастается у нас вот это все дело. Я так понимаю, то, что уже скоро мы вот на финишной прямой уже к тачке, к раритету. Потому что, ну, остается уже совсем мало тут площадки. Вот, смотрите, футбольное поле. Вот здесь, наверное, будет бассейн. И, в принципе, что еще здесь строить? Мне кажется, ничего. Максимум еще один гараж. И как бы все. И на этом все закончится, я думаю. В принципе. Сколько у нас там сейчас? 3500. Ну да, может быть, на 5000 деталей, наверное, все это и закончится. Может быть. А может быть и нет. В общем, друзья, всем огромное спасибо за просмотр этой серии прохождения. Не забывайте подписываться на канал и, конечно, жать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. С вами был Дима OnePoint, и я надеюсь, что вы уже поставили лайк этому видосу. Всем пока-пока!